Ну что, всех приветствую. Продолжаем продолжать. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Так, что нам нужно? Нам нужно с вами пройти, по-моему, к домику возле озера. Где наша карта? Вот наша карта. Так, нужно пройти. Ага. Сейчас. Прямо направо это закрыто. Окейушки. И что будем делать? Я без понятия. Сейчас, как обычно, наверное, нас будет нападать, а у нас всего лишь 2 или 3 потрошка осталось. Надеюсь, что здесь будут потрошки. Так что идемте потихонечку. Потихонечку пройдем. Бонжур. Куриное яйцо. Ага. И что оно нам даст? Это куриное яйцо. Так, коровка, привет. Так, а если я сейчас это разломаю, меня... Тихо. Тихо, 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 тихо. Во-во-во, все хорошо, давайте пройдем через коровок, правильно? И через хрюшек. Так, отлично. Так, погоди, что это светится? Дай посмотреть. Ну, дай забрать. Ну, дай заберу. Ну, вот, светится что-то ж. Вот это вот, что это светится? Ладно. Ага, устало, да? Окей, понятненько. Так. Бонжур. Все, до побачення. Передавай витанечко. А мне можно забраться вот в эту штуку и забрать ее? Или это мне нужно стрельнуть в нее? Блин, ну я сейчас же... Если я сейчас выстрелю, на меня сейчас бы побегут же, да? На нас же сейчас побегут, ну по-любому. Ладно, а давай мы... Давайте-ка мы... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Перепрыгнуть. Можно? Можно ножиком тебя? Нет, нельзя. Ребят, ну не хочу я стрелять. Ну серьезно. Ну сейчас же, сейчас же набегут же. Сейчас куча ж этих падл набегут на нас, оно. Или нет, или не нужно. Ладно, если что, у нас есть сохранение. Правильно, правильно. Ага. Ага. Бонжур. Что там, глазику больно, да? Падла. Все, добить. Добить, 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 добить. Угу. Ну и все, у нас 0 потрошков. А, нет, 10 штучек есть, хорошо. Ладно, давайте попробуем собрать все... Понятненько, красавчик, снайпер. Побрать все, собрать все 5 штучек. Попробуем, не знаю, что это нам даст, конечно. 2 из 5. Давайте смотреть, что у нас тут есть. Что тут интересненького? Интересненького у вас ничего нету, правильно? Блин, вот я игру не могу понять. Вот она вроде в один момент нормально идет, во второй просто у меня система моя не справляется. Ладно, все, 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 понял, понял, побежали. Побежали, побежали. Я думаю, стоит по-любому, да, залутать домики. Либо не стоит, либо просто уйти отсюда. Тихо, тихо, тихо. Нормально. It's me, Марио. Ага, Заперто. заперто, понял. Ладно, тогда уходим. Тогда уходим. Так, тут тоже заперто.
Тут что у нас? Понятненько. Тут у нас склад, да, находится. Ага, мне ключик нужен, чтобы тебя открыть. А ключ, по-любому, наверное, в этом амбаре, где заперто. И как мне туда подняться? Как мне туда подняться? Так, что это такое? Синие записки с поручениями. Собирайте синие записки с поручениями, чтобы получить дополнительное задание. Получить на задание можно посмотреть в меню документы. Уничтожить все синие медальоны. И где они? Ага, луч света куда-то направляет сюда. Что тут есть? А ничего тут нету, да? Так, а можно мне не гранатки, можно мне потрошки, пожалуйста? Можно мне, пожалуйста, потрошки? Тихо! Ты это видишь? Взрывчатка. Отлично. Блин, мне еще тут взрывчатки не хватало. Так, подняться наверх. Хорошо, мы с вами поднимемся. Сейчас давайте только заберем. Ага, желтая травичка есть. Понятненько. Давайте заберем с вами травичку. Это, получается, открывает наш забор. Насколько я понял, да? Окей, чего-то опять не... Опять все мне чинить. Хорошо, если я сейчас дерну, то ничего с этого не выйдет. Ну, понятненько. Ладно, идемте дальше. Говорится, идемте смотреть дальше. Надеюсь, сейчас тут босса не будет никакого. Потрошки. Во, отлично, 8 из 10. Все, 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 тихо, 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 тихонечко. Да, 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 все хорошо. Дон дестала библей. Ага, ты это слышишь? Ой. Не зря, да, там вот эти вот ворота. Кто там кричит? Дон дестала библиотеки. Бонжур. Только не ври, что ты можешь залезть на лестницу. Только не ври. Убегай. Стой, погоди. Все. Доджи стали, да-да-да, ребят. Не-н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 е. Что мне делать? У меня есть граната. Да, у меня есть граната. Упс. Перезаряжайся, пожалуйста. Еще. Ой, хорошо, спасибо за гранатку. Не знаю, кто там оставил гранатку, но тебе огромное спасибо. Так, бархатный самоцвет. Скажите, пожалуйста, зачем мне в хоррорах вот столько всего? Вот эти самоцветы. Пуговки, яички, колечко и вот это все остальное. Отстань, пожалуйста. То есть реально ты думаешь, ты мне с вилами тут что-то сделаешь? Ох ты, падла! Падла! Ах ты, падла! Как мне использовать аптечку? Использовать хорошо. Можем ли мы скрафтить себе еще что-нибудь? Говорю, ты думаешь, правда, ты просто сможешь со мной справиться? Так, с мистер зеленый, красный, желтый травы восстанавливает почти все здоровье. Все, хорошо. А наше здоровье получается вот это вот зеленое справа, правильно я понимаю?
Ой, я походу только что потратил то, что нам не надо было тратить, так как я еще не прокачал, по-моему, да? Понятненько, что нам дают яичко. Осмотреть. Можно использовать, чтобы незначительно восполнить запас здоровья. Ага, яичками можем здоровье себе пополнять, хорошо. Так, если я не ошибаюсь, нам еще нужно найти одну синюю висюльку. Вот она. Вот синяя висюлька. А нет, еще одну. 4 из 5. И найти какую-то штуку, чтобы мы могли с вами починить этот, как его, забор. Механизм. О, ручная граната, спасибо. Бонжур. Ля, а ты зависаешь, отчались, я тут понял. Ну, отдыхай, отдыхай. Так, а я смогу сюда залезть? Нет, сюда не могу залезть. Слышь, а ты не знаешь, где еще одна синяя висюлька? Где медальончик? По-любому где-то в таком месте, что мы его с вами пропустили, да? Так, давайте тут посмотрим. Давайте тут посмотрим. У нас тут сохранение. Хорошо. Не знаю, может стоит сохраниться, как думаете? Так, что-то светится. Погоди. О, еще яичко. Вкусно, вкусно. Закрыто, понял. Ладно, давайте зайдем в этот, в амбар. Мало ли, может там что-то лежит. Потому что я так убегал отсюда. Может тут что-то есть. Так, это лестница наверх. Ага, вот у нас шестеренка. Хорошо, это у нас кухонный нож, отлично. Во, это у нас песеты. Песеты у нас с вами есть. Давай еще. И еще раз. О, красавчик. Вовремя. Так, ребят, где? Погоди. Кто-то идет. Да? Кто-то ж идет, меня ж не глючит. Меня ж не глючит, кто-то идет. А где еще синяя висюлька? Не знаю, нужна ли нам эта штука, этот амулет, либо не нужен. Так, ну кто-то шагает. Я слышу, что кто-то шагает. Ладно, ладно. Давайте пробежимся сюда. Если тут нету, то ну, значит нету. Говорится, что я могу сделать, значит нету. Так, здесь давайте смотреть. Наверху тоже нету, да? Ну, значит нету, ребята. Я, честно, не буду я собирать все вот эти все штуки. Соберем, соберем, не соберем, значит не соберем. Так, давай, залазь наверх. Явно нам не до этого, правильно, чтобы собирать всю эту ерунду. Так, ага, и что это нам дает? Это нам ничего не дает, да? Да, это нам ничего не дает. Ну и ладушки. Открываем тогда ворота и уходим. Так, а здесь тоже ничего, ничего нету. Потрошки? Потрошки для дробовика. Хорошо. Так, стой. Дай надеть. Быстрый, быстрый доступ. Давайте его куда-то вот сюда. О, все. Шейкс. Но. На пятерочку. Я сказал на пятерочку. Все, хорошо. Перезарядиться. Так, давай сюда, деревянная шестеренка. Но я правильно понимаю, что я пропустил ключ от сокровищ, которые находятся у нас тут.
под дверями. У кого-то он есть, да? Давайте еще раз пробежимся по городу. Блин, я все через пробел хочу перепрыгнуть. Я все хочу через пробел перепрыгнуть. О! Пистолет, хорошо. Сверху тут ничего нету. Не поверите, я сейчас провожу полностью мышкой от начала до конца коврика. Это все еще к тому, что здесь сенсорное... То есть не сенсорное, ну, то есть управление. Это прикольное. Так, что это? Материалы. Ага, и с помощью материалов мы с вами сможем... Что? Материалы можно комбинировать с порохом для изготовления различных видов боеприпасов. И как нам это сделать? Боеприпасы. Так, патроны для дробовика. Давайте, наверное, сделаем для дробовика. Бум. Хорошо. Отлично. Все, я думаю, на дробовик нам больше понадобится, чем просто на пистолет. Тут что-то есть? Тут по-любому что-то есть. Патроны для пистолета. Да, для пистолета мы это с вами найдем, я так понимаю. Вот для дробовика... Нужная вещь. И в столе, да, тут по-любому что-то лежит. Рубин. Ага, понятненько. Что ты? Яичко не дашь? Не? Жадина. Так, давайте смотреть дальше, что у нас тут есть. Тут у нас закрыто. Здесь у нас кушают, понял. А здесь больше, по-моему, ничего нету, правильно я понимаю? Ну, я сильно, этот, как его, реально, я не вижу, где синяя штука, которая нужно раз этот, расколбасить, разбить, разве что только на дереве. Ну, и ладно, все, пошлите отсюда. Все, давайте, до побачения. Уходим. Нет. Так, нет, я ж не настаиваю. Ладно, что мы с вами сделали на дробовик себе. 7 штучек. Или сколько мы там сделали себе? Потрошков, это самое главное. Блин, нужно было сохраниться. Нужно было таки сохраниться. Так, а ну-ка, удиви меня. Бам. Бум, материалы. Давайте еще по материалам. Потрошки не могу. Хорошо, ну и ладно. Я, конечно, жалею то, что я себе... Кто это шумит? Жалею, что я себе аптечку сделал и использовал. Ладно, переигрывать я на этот момент не буду. Заходим. Ага, заперто, да? Да, я угадаю. Нужно будет сейчас найти, наверное, какой-то вход-выход. А давай еще раз. Окей, окей. Я, кажется, за любой кипиш. Кроме этих монстров. Вот мне интересно, вот если бы вы попали на место главного героя, вы бы дальше продвигались были, сказали, я увольняюсь, и все, и до побачения. Как там кажется, передаю витанечко. О! Порох, порох, это хорошо. Хотя, судя по тому, что можно собрать 2 пучка петрушки и укропа и сделать себе аптечку, то... То, в принципе, почему бы и не побегать, правильно? Так, ладно. Я так понимаю, нужно будет сейчас отодвинуть эту тележку. Из-за этой тележки кто-то сейчас там будет. Чё-то мне так кажется, что кто-то там сейчас будет. А, удерживать надо. Все, шикарно. Буренка, здорово. Как она? Амально. Так, давайте на карту посмотрим, далеко ли нам идти. Ага, не близко. Не близко, вообще не близко. Сейчас по-любому вот тут что-то будет происходить. Стопудово. Тут какое-то село.
либо деревня, либо маленький городок. Так что побежали. Так. Бум. Окей. Блин, я все забываю, что она... Тихо. Все, тихонечко. Я все забываю, что она ешечка у нас с вами. Ты чего? Ты что наделал? Кто это? Убегай, пожалуйста, убегай. Все. Да, ставьте себе. Так. Падла. Ну давай. Давай, сзади никого нету по-любому. Давай, иди сюда. Все? Испугался? Потерял меня, да? Моя ж ты заячка, ля. Давай. Да. Прикольненько. Все. Будешь знать, как кидать у нас. Я даже не знаю, чем он нас кинул. Да сам такой. Ты чё, я просто хочу пройти, ты что, издеваешься? Так, я наверх могу тут подняться, да, я так понимаю? Наверх я не могу подняться. Мне через что мне нужно пройти через них? Как оно спрыгнуло? Как оно сюда спрыгнуло? Блин, ну дробовиком я туда не достану, конечно. А вот пистолетом... Пистолетом можно попробовать. Так, стой. Стой. Все. Как ты кидал в меня, в спину попал? Скажи, пожалуйста. Ты что, издеваешься, падла? Чем оно в меня так кидало, что оно мне в спину попало? Как мне отсюда выбраться? Алло. Во, вижу, есть что-то, да. Как мне туда забраться? По-любому я что-то упускаю, как обычно. Так, тихо. Что за звуки? Дробовик. Здорово. Что за звуки? Алло, прекращай, пожалуйста. Не нужно так делать. А, вот дорога. Ага, вот оно что. Ну, вот давайте посмотрим, как нам яичко восстановит здоровье. Ну, допустим. Допустим. Крица, нужно выкатать яичко. Во, все. Да, сам дурак. Я не хотел, я просто хотел пройти, они сами виноваты. Здорово, давай. Женщина, не танцую. Женщина, я не танцую. Хватит улыбаться. Нормально с ориентацией. Так, ладно. Давайте идем. У нас осталось 10 патрошков. Сможем ли мы скрафтить еще себе патрошков? А не сможем. Ну и ладно. Надеюсь, до следующего чекпоинта нам этого хватит. И да, я не знаю, смотрит сейчас кто-то это, либо не смотрит. Как говорится, не в курсе. Но иногда на катсценах будет подлагивать. Тут уж извините, для этой игры, для нормальной криптографики, нужно 10 гигов видеопамяти. 10, Карл. А лучше 15. Так что с моими моими гигами тут я ничего не сделаю. Ну, если, конечно... Мне кто-то не хочет подарить нормальную видюху на 15 гигов. Я буду не против. Тихо. Все. Все хорошо, ребят, все хорошо. Ага. Мне нужно через вас будет сейчас пройти.
Окей, тут по-любому сейчас будет какой-то босс, по-любому сейчас тут что-то будет. Так, что я нажал? А что я нажал? Что-то я нажал. Так, здорово. Только не ври, что ты меня видишь. Ага, меня увидели. А зачем я это сделал, если я мог ее сюда заманить? Здорово. Давай, а ну, нападай. Давай, 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 нападай. А ты на капкан не хочешь попасть, не? А ты на капкан попасть не хочешь, падла? Здорово. Положь топорик. Ну, как хочешь. Так, дай мне потрошки, дай мне потрошки, дай мне потрошечки. Блин, нужно было их сюда замонтить и взорвать. Так, что это такое? Мячик. Блин, гребаная сенса, гребаное управление. Гребаный капкан. Ай, больно в ноге. Ну давайте уже все выходите сюда. Я посмотрю, сколько вас тут. Так, кто тут есть? Сама ты, падла. Чё? А ну сюда, падла шла. Я тебя... Я тебя... Ох ты, падла! Получи, падла. Новую куртку только купил. Блин, обожаю этот дробовик. Серьезно? Так, а можно мне здесь без... Здорово. Можно мне здесь без мини-боссов? Ага. Ау. Здорово. Давай, давай, давай. Да, 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 да. Я так, в принципе, и подумал. Ой, а что это происходит? Что это происходит? Ну отстаньте, ну пожалуйста. Ну мне всего лишь пройти нужно в библиотеку. Ну донде стали библиотека. Ой, что-то сзади такой. Такой шах какой-то мне не нравится. Тяжелый. Где ты находишься вообще, падла? Ага, наверху, да? Мой гребаный капкан. Сейчас, сейчас, сейчас я подойду, погоди. Здорово. А ну, высуни. Жбан свой. Все? Я надеюсь, что да. Так, идемте внутрь зайдем. А, внутрь не зайти, только через окошко, понял. Только через окошечко. Что это такое? Скажи, что это... Угу. Это песики. А мне можно без песиков? Можно мне дробовик? Патрошки. Патроны для дробовика. Во, спасибо. Так, Арчи, запомните. Е, присесть, F, ударить, а не наоборот. Что за звук? Кто тут? Тут кто-то на велосипеде катается, Альша? Вы это слышите? Ага, бонжур. Понятненько, я думал, тут кто-то уже на велике катается. Думаю, прикольненько.
Так, F перепрыгнуть. Блин, а в какой игре я на пробил перепрыгивал? Тут я вот не помню. В какой-то в игре я мог спокойно через пробел перепрыгнуть. Так, давай возьмем. Не-не-не, сам ты, сам такой. Сам такой. Мои гребаные капканы. Иди-ка ты сюда. Ой, слышите этот звук? Походу сейчас за мной кто-то будет бежать. Да-да-да, очень большой, злой. И, наверное, меня даже будут бить ногами по лицу. Ну ладно, мы же на правильном направлении, да. А мы забыли с вами какое-то сокровище, ладно. Все-все, ребят, до побачения. До побачения. Ну, на крайняк у нас есть этот, как его... Угу, ключика у нас нет, у нас есть с вами граната. Если будет какой-то монстр на нас бежать, кинем в него граната. Так, что тут происходит? Что у тебя есть? Порох две штуки, хорошо. Порох две штуки, хорошо. Песеты, нам дали песеты. Окей, боеприпасы. Давайте патроны для дробовика. Бумс. Сколько у нас всего с вами патронов для дробовика? 13. И 5. Хорошо. Ну, уже радует. Уже, как говорится, радует. Ладно, идемте смотреть, какой бабайка нас тут ждет. Так, а я не знаю, где мне ключики эти брать. Вы знаете, где ключики эти брать? Я тоже не знаю. Блин, что-то мне кажется, что-то такое здоровое какое-то там сейчас с нами будет. Ага, у нас гранатка с вами есть. Отлично, если что, гранаткой в него кинем. Или мы сможем просто уплыть сейчас? Нет, мы не сможем сейчас просто уплыть. О, хорошо, ладно. Ладно, давайте берем, значит, с вами создание предметов травы. Сможем создать? Нет, не сможем создать, потому что у нас ничего нету. Ладно, придется, значит, кушать яичко. Все, нормально, скушали яичко. Идемте смотреть, что там за бабайка. Угу, никак мне к тебе пройти. Думаешь, я тебя боюсь? Конечно, боюсь. Так скажи, как тебе пройти? Алло. Ну хватит стучать. Давай дружить. Давай. Давай с тобой дружить. Думаешь? Ладно, давай. Бонжур. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Не закрывай обзор. Так, интересно, он знает, что мы тут или нет? Ага, где-то бомба. Где-то растяжка. Хорошо. И тут ключик надо. А что за бред? А где эти ключи находятся? Ага. А если я сейчас пошумлю? Говорится, дайте шуму. Он прибежит сюда или нет? Не, оно тупое, да? Оно сюда не придет. Мне нужно к нему идти. Да вы издеваетесь. Можно было бы его заманить бы сюда. Так, что это такое? Алло, поверни, пожалуйста. Ага, вот. Ама. Это кто? Тесла? По-любому.
Что-то у меня вообще нет желания туда к нему идти. Давайте просто посмотрим, что у нас тут есть. Ладно, раньше... Что за шум? Зайдем. А ты как думаешь? Раньше, как говорится, зайдем, раньше выйдем. Что за шум? Угадай с трех раз. Так, бонжур. Ага. А я-то думал, сейчас тут будет мега-босс, а тут обычный челик. Так, а ну. Открывай. Спрыгнуть? Не, не хочу. Честно, не хочу. Спасибо. Давай тут останемся. Давай, вот смотри, кроват есть. Тазики. Смотри, сколько тазиков. Стульчик есть. Что там, шкафчик есть что-нибудь? Нету. А тут? А тут у нас материалы. Хорошо. Ладно, идем посмотрим. Что тут находится? Угу. Подняться. Подняться. Ну, я так понимаю, нету смысла, да, шкериться на цыпочках? Из-за фонарика она все равно спалишь. О, гусеничка. Бонжур. Да. О, больно, блин. Мне показалось, ты хочешь что-то сказать. Какая проницательность. Скажи, у тебя сиги есть? Курение убивает. Да? Ну тогда, может, развяжешь? Хода! Только не он! Ты кто? А ну-ка стоять! Жесть.